Три, два, один. С Новым годом! Позвольте спросить, почему все используют эти малюсенькие лампочки? Помню дни, когда горели большие лампы. Хорошая история, дедушка. Скорей. Это уже слишком. Джо, уже слишком смешно. Пожертвования горят! На помощь! Отлично, спасибо, пригодится. 10, 9, 9, 9, 9, 8, 8. Начали! Я пришелец. Внимание, астероид! Как прошел первый рабочий день в ресторане? Черт! Для безопасного секса с тройным лезвием. Что это значит? Что я могу продавать печенье, но мне нельзя ночевать в общей спальне. Смотрите, голый урод наряжает елку. Боже, что это у него там за странные шарики? Центральная кофейня. Не могу поверить, что уже Рождество. Помню, один пирожок мне такое рассказывал, я весь вечер хохотала. У пирожка что, была какая-то смешная форма? Они засунули в начинку наркоту. С Рождеством! Ты что, радиатор сломал? Да нет. Пожелай мне удачи, дедушка. Нельзя ли починить наш радиатор прямо сейчас? Нет, я уже объяснил девушке. До четверга новой ручки не достать. Ну, ребята, с наступа, дуреть от жары можно. Привет, добро пожаловать на тропическое Рождество. Моника, там ручка сломана, я шнур из розетки выдернул. Имей в виду. Моника, до жирафа быстрее доходит. Все такие счастливые. Ненавижу. Нет, не все. Боб! Три. С Новым годом! Ну как у вас тут весело. Ребятам мой соус понравился? Добрый вечер, друзья. Мы ведем репортаж с Таймс-сквер. Дам тебе один совет. Опасайся этой стервы. Эй, дорогой, тут очередь, причем моя. Пошла в магазин, встретила Санту, попросила у него для друзей подарки. Привет, смотри, что Фиби подарила мне на Рождество. Барабаны? Нет, барабаны! Мы ищем рождественские подарки Монике. А по кому ты скучал больше всего? По Монике. Понял. Моника разрешила посторонним наряжать елку в Рождество? Кто-то напоил ее? Ты дал ей ключи от квартиры? Не просто ключи, единственные ключи. Дорогие неудачники, вы думаете, что я стану прятать подарки под кроватью? Скриптум, Чендлер, я знала, что они сломают тебя. Вы ведь не лазили в мой шкаф и не заглядывали под спортивную сумку, правда? Никогда в жизни. Зарабатывать отныне будешь только ты. Ты глава семьи. А я бездельник. Я муж-содержанка. Вот 20 баксов, купи себе что-нибудь. Я женат. Я тоже замужем. Но я счастлив. Разве так бывает? Ты хоть знаешь, сколько я искала тебе фильтр для воды? Ты мне это подаришь? Теперь я тебя поняла, этот взгляд дорогого стоит. С Рождеством! Ребята, угадайте, какие новости? Британцы наступают. Фиби? Череп? Да, это мами. Господи! Хочешь конфетку? Конечно. Она региональный вице-президент. Она прямо подо мной. Где она?
Какие планы на Новый год? Ладно, вы хотите, чтобы я это сказал? Это отвратительно. Торчать здесь отвратительно, эта работа отвратительна. Вот это настоящее Рождество. Мы идем на новогоднюю ночь Дика Кларка. Боже! Боже! Снег в банке! Теперь ты тот, кто мочится в штаны. Пять, шесть, семь, восемь. Я не могу. Ни одного развода в 99-м. Твой развод еще не оформлен. Всего один развод в 99-м. Я праздничный броненосец. Я друг Санты. Ты опять получишь его, когда закончишь 5 страниц. Веселого Рождества! Счастливого Рождества! Мне больше всего понравилось, когда Супермен по воздуху унес всех евреев из Египта. Такое впечатление, что вы хороните кролика Роджера. Я понимаю присутствие Супермена, но что делает дикобраз на похоронах кролика Роджера? Тебя не будет в канун Нового года? Разве я не говорил? И всем до свидания. Смотрите, ребята, снег пошел. Как красиво. Очень. Не знаю, что это, но точно не похоже на Рождество. Смотри-ка. А вот это Рождество. Нет уж, нет уж. Ты хотела, чтобы я ее сняла, и я ее сниму. Ничего. Моника! Рэйчел! Все нормально, нормально.